Друзья, всем привет, с вами Зомби. Сегодня я уже готов переходить на улучшенный остров. Ну что ж, погнали. 370 октиллионов. И, как всегда, анимация, летим. Так, мне интересно, что здесь поменялось. Я так понимаю... Аттракционов новых у нас нет. Нету. Давайте посмотрим, что здесь. Теперь у нас автоматически построился. Колесо обозрения, американские горки, путь джунглей, долина ужаса, сокровища, картинги, запад, парк, вулкан. И все. Здесь вы можете строить больше аттракционов. Некоторые из них нужно устанавливать только в определенных зонах, чтобы соответствовать тематике парка. Так, стоимость. Давайте пока построим наши аттракционы, которые доступны. Я так и не понял. Я так понимаю, дальше у нас аттракционов доступности никаких нет. И парк абсолютно такой же будет или что? Ну, я пока что ничего не понял. Сейчас будем разбираться. Для начала, наверное, построю аттракционы, дальше буду все улучшать, и как узнаю, что здесь новое, буду к вам возвращаться. Давайте сначала посмотрим дальше, что у нас. Рельеф этого острова должен быть полностью изменен под новые аттракционы. То есть здесь у нас будут новые аттракционы, но смотрите, какой прикол. Этот остров стоит 4,6 квиллиона. Ага, у нас появилось новые... Я сейчас не понял, запутался, подождите. Аттракционы давайте дальше достроим, пусть на них ходят. Будем хоть как-нибудь билеты отрабатывать. Я так понимаю, я дальше не могу пойти, потому что это все, это финал. Давайте подождите. Давайте построим наши аттракционы для начала. Так, картинг. Остальное я буду уже делать АФК. Нету смысла мне это делать прямо сейчас, буду время только тратить. Меня интересует вот этот остров. Лев этого острова должен быть полностью изменен под новые аттракционы. Но я не могу на этот остров пойти, потому что мне нужно вот эти билетики. 3 миллиарда квинтиллиона, 4 квинтиллиона. То есть мне, по сути, сейчас нужно, наверное, идти уже на водные острова. Где у меня водные острова? Да, я уже запутался. Вот здесь вроде, да? Идем на водные острова смотреть, что там дальше. Давайте мы мигом заскочим, посмотрим, что там изменилось. Что нам нужно ждать? 500 миллионов. Не, это нам не нужно. Давайте пропустим. Здесь, по сути, ничего не изменилось. Я могу на тропический идти. Ой, я улетел на тропический остров. Ну что ж, давайте подведем итоги по этому острову. В принципе... Этот остров является проходным, поэтому здесь нет смысла купить деньги. Вообще. Нет. Нет, спасибо. На этом острове вы разве что можете попрокачивать свои аттракционы и посмотреть следующий уровень улучшения. То есть, как вам объяснить проще? Здесь нету смысла купить определенную сумму денег, потому что, чтобы перейти на следующий остров, нужна совсем другая валюта. Поэтому этот остров является проходным, здесь можно даже ничего не строить.
То есть то, что я построил аттракционы, я, можно сказать, потерял только свое время, потому что на этом острове лучше вообще ничего не строить, а основное внимание уделить водному острову. Потому что для того, чтобы перейти на следующий остров, нам нужна другая валюта, соответственно. Терраформированный остров. На этом острове, скорее всего, будем строить аттракционы, связанные сразу с водным парком и с обычным парком. В общем, это уже узнаем в следующем видео. А на этом я буду с вами прощаться. Спасибо вам всем за просмотр. Увидимся в следующем видео.